Сегодня состоялось подписание коалиционного соглашения 35 депутатами городского совета, коалиционного соглашения демократического, я надеюсь, промэрского, коалиционного соглашения, направленного на конструктивную работу в городском совете. Если я скажу, что я сегодня счастлив и доволен, я не скажу ничего, потому что то, что реально продолжалось в течение нескольких месяцев в городском совете, этому надо было ставить жирную точку. Скажу, что появилось большое количество спекуляций в интернете, в социальных сетях о том, что депутаты собирались проводить некую тайную сессию. На самом деле все это чепуха и провокации. Почему? Потому что мы не собираемся продолжать открывать ящик Пандоры, как это сделали наши коллеги в декабре в АНД районе. На 29 число назначена внеочередная сессия по требованию депутатов. И на этой внеочередной сессии все вопросы, которые вошли в коалиционное соглашение, будут проголосованы в установленном законе процедуре. Сессия, которая проходила внеочередная в АНД районе, и я сделал политическое решение, подписал, уже в настоящий момент приостановлена судом. И я надеюсь, что в ближайшее время суд вынесет решение о признании ее незаконной. Мы не хотели идти по такому пути, вне зависимости от того, где бы мы ни собирались, в райисполкоме, в облгосадминистрации. Мы хотим, чтобы в нашем городе всегда царил закон и правопорядок.